100 песен о главном. В Национальной библиотеке имени Амурсанана состоялась презентация электронного каталога старинных калмыцких песен, некоторым из которых более 200 лет. Забытые и малоизвестные мелодии айратов калмыков буквально по ноткам собрала кандидат филологических наук Басха Барлыкова. Многолетние исследовательские труды молодого ученого вылились в конкурсную работу, которая удостоилась президентского гранта культурных инициатив. Тексты и ноты, сохранившиеся в старокалмыцком письме Тудобичик, были переведены специалистом Международного научно-исследовательского центра «Айраты и калмыки» в евразийском пространстве Бадмой Меняевым. Редактурой занимались кандидат филологических наук Цаган Селеева, журналист и редактор Вера Паваева. Электронный каталог скоро будет доступен в интернете во всеобщем доступе.